Сейчас ведущая звена вертолетов Ми-28 заводит группу для выполнения роспуска. Сегодня на военном полигоне Дубровичи во время проведения международных соревнований «Авиадартс-2015» потерпел крушение вертолет Ми-28 пилотажной группы «Беркуты». Во время выполнения фигуры высшего пилотажа «Роспуск» один из вертолетов свалился в штопор и стал падать на землю. Внимание! Выполняется! Через секунды вертолет жестко приземлился на брюхо и от удара загорелся. На место крушения направились службы спасения, пожарные и несколько карет скорой медицинской помощи. Все это произошло на глазах у тысяч зрителей и главкома военно-воздушных сил Виктора Бондарева. После уточнения деталей происшествия Виктор Николаевич выступил с официальными комментариями. Сегодня при выполнении тренировочного полета пилотажной группы «Беркут» в момент роспуска на вертолете Ми-28 произошел отказ. Система управления сработала, сигнализация об отказе второй гидросистемы и сработала речевая информация, отказ гидросистемы. Летный состав боролся за жизнь вертолета до конца. При ударе об землю командир экипажа, к сожалению, погиб, второй пилот жив. Со слов второго пилота, катастрофа произошла именно из-за отказа авиационной техники. Полеты на Ми-28 мной приостановлены. Комиссия под моим руководством работает до выяснения причин катастрофы. В связи с крушением вертолета на полигоне Дубровичи полеты в рамках авиашоу были приостановлены. О продолжении соревнований «Авиадартс-2015» будет сообщено дополнительно. Вячеслав Астафьев, Дмитрий Соколов, РВ-ТВ.